Новогодние елки начали устанавливать Череповце. Единственную в этом году натуральную ель сейчас ставят на площади Революции. Для праздничного дерева уже подготовили подставку. Сейчас ее облагораживают и готовят к развешиванию гирлянд и игрушек. Привезли зеленую красавицу из Шухтовского лесничества. Ее высота почти 12 метров. Накануне специалисты МУП «Водоканал», подрядчика по установке ели, привезли ее на площадь Революции, сделали специальную подставку. Для этого работала целая команда специалистов разного профиля. Мы провели подготовительные работы. Как вы видите, елку мы уже установили на площади Революции. Работники участка благоустройства завершают работы по подготовке к украшению елки. Так как был ледяной дождь, лапы все во льду. Сейчас мы расправляем лапы. А сегодня елочку уже украсили. Она загорелась яркими гирляндами, запестрела разными игрушками. Также планируется сделать специальное ограждение у основания ели. А чтобы защитить дерево от вандалов и любителей сувениров, на зеленую красавицу установят сигнализацию. Если кто-то решит проникнуть за ограждение, на место прибудет охрана. А еще на площади Революции оборудуют каток и появятся две горки – деревянная и ледяная, которые, несомненно, будут радовать череповчан в новогодние праздники. Делаем горку, собираем для горожан. Вот. Делаем все очень быстро, качественно, красиво, всем на радость.